Здравствуйте, дорогие друзья! Это белгородская студия «Бит», программа «Артельный бит». Меня зовут Владимир Марков, за режиссерским пультом Сергей Якушев, продюсер Александр Оников. И сегодня у нас в гостях долгожданная команда «Разные люди». Поехали!
Дорогие друзья! Добрый вечер всем! Добрый денек, вернее. Где-то в Америке вечерок, наверное, а у нас идет концерт. Вернее, он будет чуть позже. Итак, дорогие друзья, «Артельный бит» — это группа «Разные люди». И теперь я окончательно убедился, что у нас есть будущее и что у нас есть любовь. И эта любовь объединяет нас, в том числе любовь к рок-музыке, которую сегодня представляют «Разные люди». Разрешите представить этот замечательный состав, с которым, кстати, мы встретимся вечером в 18 часов в белгородском клубе «Айсбир». 18 часов «Айсбир» — белгородский клуб. И напоминаю, что вы можете задавать ваши вопросы, какие-то ваши замечания в нашей трансляции. Итак, «Разные люди» в петербургском воплощении, об истории мы этой группы еще поговорим, это своего рода супергруппа. Кроме Александра Чернецкого, лидер вокал, автор песен, Александр Чернецкий. Физкульт-привет. Физкульт-привет. В него входят Вадим Курылев, гитара, бэк-вокал. Он играл в группе ДДТ и хорошо известен своим проектом «Электрические партизаны». Павел Борисов, бас-гитара. Он тоже играл в группе ДДТ и участвует во множестве проектов, которые в самых разнообразных стилях. Далее, Михаил Нефедов, ударный, отметился в группе «Алиса» и тоже играет в довольно широком спектре в больше 10 проектах. Отметился одним из основателей. Да. Хорошо, поправляй меня, Саш, меня поправляй постоянно. И, наконец, Игорь Ойстрах, один из немногих российских харперов, то есть исполнителей на губной гармошке. В общем-то, их ряды не столь уж велики, как мне кажется, да? Вот в этом славном составе коллектив. Да, еще у нас есть бэк-вокалистка Инна Чернецкая. Так. Но она будет вечером. Так что это затравка для... Потому что у нас даже есть, как не у нас, а вообще есть в природе фан-клуб Инны Чернецкой, так называем, потому что как бы его нет, но он есть, потому что на некоторых концертах даже... Понятно, приходят ее фанаты и говорят, а кто такой, собственно, Александр Чернецкий? Мы на Инну пришли посмотреть, да? Приятно, потому что она очень скромная, но, как говорится, украшает нашу мужскую брутальную компашку своим прекрасным видом и вокалом. Слушай, хорошо было бы... Всегда все очень рады. Саш, хорошо было бы сейчас какую-нибудь песню спеть, типа «Драгоценная моя женщина», но у нас стоит почему-то Чернец. Подожди, нет, это... Страсть вечером, во-первых. Хорошо. Ну что, поехали дальше. Да, дальше у нас песня, которая называется «Чернец», из альбома «Чернец», опять же. И поет и Александр Чернецкий, да? И группа «Разные люди». Да, где-то вот все оно близко. В общем, ребята, всем поздравления, всем знаком зодиака. Скажу больше вообще. Вот так, чтобы никто не обижался. Поехали. Утренний, с посохом черным чернец. Он не спешил к заутренней, через овраги лес. Шел городами, странами, кухнями и поездами. Вещи расспрашивал странные, что происходит с нами. И пусть тяжелые дороги хранят, а не чернеца.
слышу слухи, и козероги идут до конца. И пусть порожу на строги, и пусть не хватит свинца. А вести не так уж плохи, и козероги идут до конца. Верил в душу бессмертную, верил, что все неспроста, что каждый из нас вселенная, и что любовь берет городам. Верил в добро беззаветно, верил в людей до конца. В общем-то штука вредная, но спасала она черница. И пусть тяжелые дороги хранят они черница. А вести не так уж плохи, и козероги идут до конца. И пусть порожду на строги, и пусть не хватит свинца. А вести не так уж плохи, и козероги идут до конца. С посохом черным чернец. В поисках высшей истины, с ним стрелец и близнец. Верил, что жизнь прекрасна, верил в людей добро. Верил, что все не напрасно, даже если сильнее зло. И пусть тяжелые дороги хранят они черница. Вести не так уж плохи, и козероги идут до конца. И пусть подождут остроги, и пусть не хватит свинца. А вести не так уж плохи, и козероги идут до конца. Итак, дорогие друзья, это была растаманско-православная народная песня «Чернец» в исполнении группы «Разные люди». Вы смотрите «Артельный бит», и сегодня у нас прекрасные питерские музыканты. Задавайте им вопросы, а то вы между собой как-то больше общаетесь. То жалуетесь, что трансляция у кого-то не идет, спрашиваете, кто там камеру возьмет, а кто не возьмет на концерт. Концерт, кстати, состоится сегодня в 18 часов, подтягиваемся в Айсберг. Итак, дорогие друзья. Пользуясь случаем, передать привет всем, кто будет смотреть передачу во всех концах мира, особенно на Украине, всем нашим друзьям в Харькове, Киеве и во многих-многих городах Украинской республики. Всем желаем крепкого здоровья в эти непростые времена. Оставайтесь людьми, мойте руки и так далее. И старайтесь держите социальную дистанцию. Друг другу помогать, да, в беде и помогать тем, кому хуже вас.
Вот, что я хотел сказать, вот передал, да. Саш, замечательно, вот ты мне прям хлеб отбираешь, я боюсь, что мне Сережа не заплатит зарплату за эту программу. Ну что ж. Ну все-таки об истории я буквально два слова все-таки скажу, да. Группа «Разные люди» в своем нынешнем воплощении питерская, а вообще берет начало из группы ГПД, группа продленного дня, харьковская группа. В конце 80-х она образовалась. Какое-то время она существовала в двух составах, харьковском и питерском. И долгий был роман с Сергеем Чиграковым. И даже на 25-летие, насколько я помню, в Белгороде оно проходило во дворце культуры «Строитель», ЦМИ, Центр молодежных инициатив, было два состава, если мне память не изменяет, да? Ну, двойной состав, нет? Там был как раз один состав, два состава было в питерском концерте. Питерском, ага. Был в апреле этого же 2014 года, а в Белгороде мы играли в сентябре. И так получилось, что вот был такой именно один концерт, где... И было еще четыре, которые без Сережи, один с Сережей, ну, короче... В этом году, в прошлом, уже 30 лет. Я хочу сказать, что Сергей Чиграков фактически у истоков стоял также группы, потому что у него, опять же, была своя группа ГПД, только в Дзержинске, Горьковской губернии. Ну и там мы быстро встретились, быстро подружились и быстро создали новую, так сказать, группу уже в Харькове под названием «Разные люди». Ну а так как название такое многогранное, и придумали его не... музыканты группы, один парень в городе Риге в 87-м году случайно сказал, что вот назовитесь так. Как говорится, к нам прилетел Джон Леннон на огненном пироге и сказал, назовитесь именно так, «Разные люди». Вот так и назывались. Ну что, замечательно. Да, поэтому история долгая, но она продолжается, слава богу. Я хочу сказать, что на прошлом году мы отмечали 30-летие группы. Приехали не все, но самое удивительное, что я объявил, эта видеозапись скоро выйдет многоканальная, ну, концерт скоро выйдет у нас на YouTube-канале, и там была удивительная вещь, когда я обзванивал всех, чтобы пригласить во все концы света, оказалось, что все люди, которые играли когда-либо в группе «Разные люди», они все живы. Вот на тот момент 2 июня 2019 года. Но, к сожалению, где-то через полгода ушел Женя Обрывченко, клавишник группы «Продленного дня». И, собственно, вот это такая первая утрата. Ну, я просто тогда, помнится, это будет в этом концерте, что я... Слушайте группу «Разные люди», наши люди долго живут. Хорошо, хорошо. И она рабочая, да. Ну, вот 30 лет, да, это уже все-таки человек взрослый, да? Это к чему я подвожу? Что сейчас мы посмотрим клип, который так называется «Песня взрослого человека». А я бы даже сказал, уже получается песня вполне себе взрослой группы. Спасибо. Мне не хватает одиночества, мне не хватает простоты. И вот уже зовут по отчеству, а мне хотелось, чтоб на ты. Мне не хватает петербуржщины, но почему-то не Москвы. Мне не хватает речки Лопани, а иногда реки Невы. Мне не хватает петербуржщины, ну а куда же без Москвы. Мне не хватает речки Лопани, а иногда реки Непы. Мне не хватает бесшабашности, мне не хватает широты, чтоб каждый шаг казался важностью и были детскими мечты. Чтобы проснуться без заботы, и я здоровый и шальной. Чтобы отец пришел с работы, такой веселый молодой. Чтобы проснуться без заботы, опять здоровый и смешной. Чтобы отец пришел с работы, такой веселый и живой. Зато хватает твоей нежности, зато полным-полно любви. И я спокоен до небрежности, я просветлен до седины. И я иду по переулочку,
да с петроградской стороны. И не страшны мне пули дурачки, и не страшны козлы менты. Я иду по переулочкам, да с петроградской стороны. И не страшны мне пули дурачки, и не страшны козлы менты. Ра-та-та-та. Дорогие друзья, это студия «Артельный бит». Меня зовут Владимир Марков. И сегодня у нас в гостях разные люди, супергруппа из солнечного Санкт-Петербурга. Ну, теперь все-таки я... По краю, если пойти. Все-таки я перейду к вашим сообщениям. Вот Ирина Виноходова спрашивает, если не секрет, какая песня будет начинать сегодняшний живой концерт в Айсберге? Саш, с какой песни начнете сегодня вот концерт? Это надо это самое найти. Найти что? Весь Талмуд? Тот самый плейлист. Я думаю, что мы, у нас есть традиция, как бы песня рок-н-ролльная, она такая жизнеутверждающая. Хотя, если углубиться в текст, там совсем не все просто. Да, но я уже дал зарок, что никогда не расшифровываю свои песни, потому что у каждого человека, если он ее принял как свою, то это его уже его песня. И ни в коем случае нельзя раскрывать, как, о чем там эта песня. Это уже как бы есть... Она живет своей жизнью, другого, да? Другого человека лично, да. Поэтому, ну, короче, Ира, конечно, отличный вопрос, поэтому... 5 ей ставим, да? Да. Хорошо. Дмитрий Сорокин спрашивает, зачем клипы, когда группа в студии? Ну, группе тоже нужно здесь выпить, уже... в конце концов, коньячку. Нет. Вы же не должны нет, это видеть. Нет, а что? Показать красоты это самое, в крупные планы, да? Режиссерского работы Максима Зорина, нашего клипмейкера, который все клипы группы сделал. Уникальный человек, который сам самообразовался. И вот все клипы, которые у нас есть, это работа Максима, за что ему огромное спасибо. И, собственно, клип, он есть клип, как говорится. Да, здесь... Саш, это другое искусство, вот что я хотел сказать. Разные грани, так чтобы показать. Саш, у группы «Разные люди», вот именно в нынешнем составе, довольно долгий роман с Белгородом. И я помню прекрасный эпизод, когда был второй фестиваль памяти Виктора Плотникова, и вы там были хедлайнерами. И тогда я записал как раз интервью с тобой, которое заканчивалось замечательной фразой. А если я ее не перевру, конечно. «Жизнь стоит того, чтобы не быть сволочью». Это по-прежнему твое кредо или что-то с тех пор поменялось? Это мое кредо с момента, когда я ее написал, в 89-м году, да. Но, в принципе, наверное, эта мысль сидела в голове раньше и была у многих в мыслях и как бы девиз, да, потому что она очень многогранная, очень некоторые люди даже догоняют ее спустя годы, что она значит на самом деле. А ведь на самом деле там все достаточно просто. Просто не быть сволочью и все. А если каждый постарается не быть сволочью, то и жизнь будет лучше, и на земле будет больше добра и света. Так а теперь смысл есть эту песню петь, когда ты все так хорошо рассказал? И все-таки надо. Я не рассказал не про песню, а про фразу. А песни там очень там много всего. Значит, тогда давай все-таки попробуем. Жизнь стоит того, чтобы не быть сволочью. Жизнь стоит того, чтобы не быть сволочью. Жизнь стоит того, чтобы утром открыть окно. Жизнь стоит того, чтобы утром открыть окно. И плюнуть вниз, пыльчака в карниз, начиная новый день с Битлз. Жизнь
стоит того, чтобы двигаться в полный рост. Жизнь стоит того, чтобы двигаться в полный рост. Жизнь стоит того, чтобы не прятать свет. Жизнь стоит того, чтобы двигаться в полный рост. Давай нальем, давай споем. А то, что будет потом, это потом. Жизнь стоит того, чтобы ее не жалеть. Жизнь стоит того, чтобы ее не жалеть. Мажор, захотелось жить. Так, ну что ж, дорогие друзья, это «Артельный бит». Белгородская студия «Бит» знакомит вас с творчеством разных людей из Санкт-Петербурга. Но я полагаю, что многие хорошо вас уже знают, поэтому передаю слово Александру Еременко, который у нас всегда активно смотрит наши стримы и передает привет из молодости. Значит, Александр Еременко живет теперь в Белгороде и спрашивает у Саши: «Саша, а помнишь ли 88-й год, Таллин, июнь, городской холл? Впечатления какие были? Припоминаешь таллинские концерты, нет?» Впечатления потрясающие. Мало того, через много лет в интернете обнаружилось кусок видеозаписи, там из VHS-кассеты кто-то выложил дописку. И потом фотографии. Забыл фотографа, но очень хорошо. У нас там есть впечатление потрясающее, потому что это были концерты русского рока в Горхолле, в дворце Линна. Он же назывался Линна Холл. Это холл Ленина. Ленина Халли, да, то есть это очень такой... Это еще при социализме был. Это 88-й год, это такой подземный, причем они сделали красиво, эстонцы, советские эстонцы. Они, так как этот дворец находится на берегу залива, и если его построить, то закроется весь вид на город. И они его сделали просто под землей. То есть вот это внешнее, это самое... Вот. Советские архитекторы думали о народе. Какие деликатные люди. О архитектуре, да. Поэтому там все очень... И, конечно, атмосфера потрясающая. Там приехали со всего Союза. И есть запись, и она есть у нас в антологии. И это все ощущения и воспоминания самые замечательные, потому что это было круто. Саша, а вот скажи, вы же были и в Англии с Сережей Коротковым, и в Америку ездили. Вообще отличается как-нибудь прием публики в разных странах именно вашей музыки? Да, везде же мы играли для наших людей. Для русскоязычной аудитории, там да? Они мигранты, да. Угу.
Иногда, конечно, забредали местные пацаны, причем некоторые потом ехали с нами дальше по туру, потому что, ну, это вы русские, конечно, такие даете. Вот, поэтому, как бы, везде это такая, ну, доброжелательность, добро, то есть такая где-то ностальгия. Все равно, ведь так же, как и мы, каждый из нас ходит на концерты любимых групп, они ходят, некоторые, как у нас в Израиле, там такие три брата-близнеца, и каждый там лет в начале 2000-х один другому звонит и говорит: «Кирилл, ты там пойдешь на встречу с детством?» Это не, когда я приезжал с сыном, mm-hmm. и как бы, или мы группой приезжали, в общем, это все равно у нас остается ощущение, что слушая эту музыку, ты каждый период твоей жизни он с чем-то связан, раз эта группа тебе близка. Ну, это так у всех, и это любимые книжки или фильмы, это именно та часть, которая держит людей, которые, может быть, не воспитывает, но она дает какие-то ответы на вопросы, которые там мучают. И все равно ты как бы благодарен тем людям, которые это создают. Это все обратно, это все взаимно, и это очень здорово. Обмен энергетикой в том числе и на концертах происходит. Но вот следующий вопрос я хотел бы прояснить. Есть две таких аллюзии на песню «Субмарина», которую вот мы сейчас послушаем. Первая аллюзия, конечно, самая печальная, это Курск. А вторая, тоже не очень веселая, это песня Владимира Высоцкого. А вот скажи, а откуда взялась «Субмарина»? Ну, «Субмарина» самое удивительное, это самое удивительное, что эта песня мы пели задолго до... Еще сначала был «Комсомолец» в 89-м или в 91-м году, да, по-моему, не в 89-м, наверное, да. И мы играли с Яродвинским, не смогли эту песню как бы исполнить, потому что там это, весь город строил, это там, это, конечно, большая трагедия. Ну, а стала она более широко известна после трагедии с Курском. Я же говорю, это песня советских времен, причем дворовая. И я ее привез Паша Михаленко, который родился в Хабаровске, вырос, привез ее в Харьков и как бы пел там на пьянках, да. А я кинулся искать автора, когда мы решили с Чужом записать ее в альбоме «Супербизоны». И сколько я не искал, я удивительно, обычно авторы дворовых песен, они где-то существуют. Вот, по крайней мере, ну не знаю, ну вот только, может быть, «Фантом», которые народные вообще. Народная американская песня. И в каждом, я помню еще с детства, что в каждом дворе были свои куплеты этого «Фантома». И вот это осталось загадкой. Ну, наверное, вот и «Субмарина». Я так и не нашел автора. Я там изменил второй куплет, честно говоря. Ну, это было как бы мое видение. Участие в этой песне. Да, да, потому что, как бы, получается, спросить не у кого было, и как бы мы всегда там указывали, что слова и музыка народные. Ну вот. Что ж. Ну, а песня вот, конечно, что? Очень... Слушаем народную песню теперь. Давайте. В этот год 75-летие победы наших отцов и дедов, прадедов над фашизмом, освобождение нашей Родины от гнета этих варваров, всегда посвящаем ее нашим предкам. Спасибо за то, что вы оставили нам, завоевали свободу. Лежит на грунте наша субмарина, зарывшись в ил по самый перископ. Все от того, что часовая мина из лодки сделала подводный братский гроб. Над нами ласковое море, и с двух сторон полоски берегов. Осталась песня простая, и воздуху всего на 7 часов. Радист кричит: спасите наши души. Сквозь толщу вод летят тиры и точки. Потерять!
тишина, все глуше давит уши. Письма на ощупь, ласточки и дочки. Над нами ласковое море, и с двух сторон полоски берегов. Осталась песня о просторе и воздуху всего на 6 часов. Всего на 6 часов. Пролитые полностью балластные цистерны, но субмарина с места не на фут. Ну все, конец, а наверху, наверно, уже забыли, как нас всех зовут. Над нами ласковое море, и с двух сторон полоски берега. И воздуху всего на 5 часов. Над нами ласковое море, и с двух сторон полоски берегов. Осталась песня о просторе, и воздуху всего на 6 часов. Лежит на грунте наша субмарина, зарывшись в ул по самый перископ. Кто виноват, что часовая мина из лодки сделала подводный братский гроб? Дорогие друзья, это программа «Артельный бит», «Белгородская бит», студия «Бит» представляет разных людей, санкт-петербургская супергруппа, которая сегодня, кстати, дает концерт в Айсбирге. Начало концерта в 18 часов, так что, пожалуйста, подходите, не опаздывайте. Айсбирг, 18 часов, вы услышите эти и другие песни в исполнении разных людей. И вот, Саш, хотелось бы немножко... персонале к твоей личности перейти, потому что хочется подвести следующую песню, как-то с твоей биографией это все смонтировать. То есть, ну, я знаю, что ты в юности занимался футболом, ну, о музыкальной карьере, в общем-то, мы немножко поговорили, а вот о семье. Ну, я сын пожарного и воспитательница детского сада. Мои родители простые люди, украинцы. И отец Донбасса, мама из Харьковской области. И родился я в Харькове 10 января 66 года. И, собственно, мы жили до 4 класса. Я учился в пожарной части номер 6, номер 4 по улице Квиткинской, 25, на Заиковке. Там, где есть, там осталась каланча, кстати, построенная в 1886, по-моему, году под полковником Квиткой. Вот, собственно, песня «Молодой капитан» и клип на нее я написал, когда папа умер в 99 году, хотел, ну, как бы, ну, это было то, что я хотел, наверное, сказать всегда, и в этой песне отразилось. Я всегда ее посвящаю всем пожарным, рядовым офицерам по всему миру, людям, которые сражаются с огнем, спасать жизни других. Вот. И, собственно, мое детство. У нас в скорости выйдет книга, где очень много биографической информации, исторической информации, биографической. Книга под названием «Жизнь стоит того».
Александра Бессмертного. Мы ее там собирали, чтобы независимо ее сдать на планете деньги. И книга выйдет, как только выйдет. Я к тому, что мы каждый... у нас очень как раз благодаря этой карантину появилось время дополнить ее очень редкими материалами. Поэтому, когда она фактически уже почти закончена, но это произойдет, когда произойдет. Мы это, безусловно, сообщим, все узнают и так далее. Вот, поэтому огромная часть жизни любого человека, это называется воспитание, как говорится, семья. Да, вот, у меня было замечательно, и мама жила, и брат, и, в общем, замечательная семья. Я желаю всем ребятам стараться своих родителей беречь, как можно больше с ними общаться, там, помогать им, делать какие-то вещи совместные, просто разговаривать. Это очень важно, потому что жизнь очень короткая и хрупкая вещь, и хотелось бы, чтобы они узнали, что мы их любим при жизни. Вот так любим, беззаветно. Ну что, посмотрим клип? Да, спасибо. Жизнь или смерть, и ты должен успеть.
пламя и дым, смелость парней. Возвращался с парнями молодой капитан, а скоро весна, 70-го года, 33 это срок. Пожары, работа и построив расчет, объявил благодарность и ребят угощал сигаретами Харька. Я с тобою, сынок, я вернулся живым. Друзья, это белгородская студия «Бит», программа «Артельный бит». За режиссерским пультом Сергей Якушев, продюсер Александр Оников. С микрофоном сейчас вместе с вами, вот с этой стороны экрана, Владимир Марков.
И сегодня у нас замечательные гости из Санкт-Петербурга, группа «Разные люди». Только что мы посмотрели клип, у которого есть история, и, вероятно, вот Саша хотел добавить пару слов. Я хотел добавить, сказать, что этот клип «Молодой капитан» на песню из альбома нашего «Чужом камбэк» памяти моего отца. И я говорил, что я всегда посвящаю памяти всех пожарных. Но этот клип уникальный сделал Максим Зорин в 2010 году. И там использована хроника кинофильма одного ленинградского и современные хроники. Но также в конце, в финале, около более 50 фотографий реальных пожарных, которые погибли, неся службу. Это, ну, как бы уникальность, нам дали возможность в архивах их взять и поставить в клип. Поэтому это вот такой клип. Все пожарные, которые, ну, очень много людей благодарят, офицеры, рядовые, все, кто понимает, о чем речь. И я очень горд тем, что такая песня и такой клип замечательный получился. Вот. Желаю всем здоровья, всем бойцам. Ну что ж, а мы переходим опять-таки к сообщениям, которые на этот момент поступили. Вы знаете, практически в каждой программе я делаю блиц, но сегодня у нас как бы попросили немножко это все сделать более мобильно, но часть блица мы сделаем, ну, раз уж у нас публика просит, которая смотрит, то мы все-таки сделаем. Итак, дорогие друзья, вопрос такой. Какие у вас любимые книги? Саш, с тебя начнем. Любимая книга или автор там, автор книга? Да, их, конечно же, много. Ну, начинаю несколько. Начиная с «Мастера Маргарита», там Стругацкий, этот, да, господи, Фэй Петро, Джек Лондон. Да, в разные годы жизни все равно книги, это... Разные книги. Их не, ну, невозможно кого-то забыть, там обидеть и так далее. Вот. Хорошо. Переходим, Вадим. К Вадиму Юрьевичу. Ну, очень много авторов, и раньше я в основном любил зарубежных, например, Габриэль Гарсия Маркес, Гессе, Кафка. Вот. А последние пару лет у меня стали любимыми писателями и книгами это Чевенгур Платонова и «Воскресенье» Толстого. Я, наверное, немножко повзрослел. Вернулся к классике. Хорошо. Так, «Человек за кухней». Что, какой вопрос, простите? Вопрос самый простой. Какую книжку в последний раз, кроме букваря, прочитал? И какое впечатление она на тебя произвела? Ну, я много прочел книжек, но... Любимый. Да, сложно сказать, но я вообще очень люблю Довлатова, я не знаю, просто. Я фанатею от него и могу его пересчитывать там по дню несколько раз. Полностью присоединяюсь к Михаилу. Да. Ну вот. Сергей Донатович, это наше все. Так, наше все. Если я сейчас никого не свалю. Так, Харпер у нас чего любит? Ну, я тоже одним писателем не смогу ограничиться. Ну, Довлатова, естественно, да, мы все любим Довлатова, как и Высоцкого. Но если говорить о книгах, ну, я не знаю. Вот «Алиса в зазеркалье», например, одна из моих любимых книг. «Чапаева пустота» Пелевина. Ну, вот там... Харуки Иванович Мураками. Вот, ну, как-то, ну, еще, но это можно долго перечислять, да. Хорошо. Мастер четырех струн. Достоевский идиот. Достоевский идиот. И все, да? Хорошо. Спасибо. Надеюсь, что мы удовлетворили любопытство наших замечательных зрителей. Маша и... самый опытный. Да. Он Саш, вот буквально еще два коротких вопроса, и я надеюсь, два коротких ответа. Первое. Спрашивают, когда будет и что будет в новом альбоме, если таковой готовится на настоящий момент? Новый альбом пишется. Вы знаете, как я всем отвечаю, что когда будет новый альбом, он уже создается, потому что спросите любого музыканта, там, писателя, это процесс не останавливающийся, как доменная печь. Он никогда, огонь не затухает. Поэтому
процесс создания есть уже конкретные вещи. Я, естественно, мы даже не приступали к обсуждению этих наметок, потому что я никак не закончу. Но они есть, и это все будет. Это, по крайней мере, держит меня в тонусе, что еще не все сделал, надо еще как бы то, что обещал. Я действительно обещал, и я хочу это все совершить, и это будет. Так что новый альбом как бы... Будет. Конечно. Саш, я не случайно эту майку одел. Я вообще, честно говоря, надеялся с тобой как бы отражением быть, потому что я видел на плакате, как у тебя тоже СССР было. Да. Так вот, песня «Супербизоны», которую мы сейчас послушаем, как бы ты ее прокомментировал вот в том плане ностальгии? Или, может быть, у тебя нет никакой ностальгии по СССР? Вообще, как ты вот к этому прошлому нашей страны относишься? О детстве, собственно, о том фактически... удивительного времени, которое называется детство, и я сравниваю о том сегодняшнее время, и когда рассказываю про то время в Советском Союзе своей дочке, она очень даже сомневается, что так это было все. Но да. Другое дело, что мы это все растеряли, но я надеюсь, это все Россия очень... мощная страна, она пережила очень много потрясений исторических, и она всегда оставалась сильна, именно потому что она духовно очень цельная страна, и победить ее невозможно. То есть это единственное СССР, почему СССР, я хочу, чтобы враги наши знали, кто разбил фашизм, Объединенная Европа, которая хотела уничтожить нашу страну, и мы бы не появились на свет. И самое смешное, когда начинают в этих всяких интернетах люди рассказывать о том, как плохо жилось в Советском Союзе, люди, которые еще не родились тогда. Вот это самое... У меня такое ощущение, что мне, кажется, диван проваливается, когда они это пишут. Аж настолько они ненавидят. Вот. А когда человек ненавидит что-то, то есть ненависть убивает ненавидящего. То есть они сами себя сжигают, и там вот где-то уже эти ошметки по вселенной там болтаться будут. Саш, мой один тезка сказал, что мы пережили печенегов, половцев, и все остальное тоже переживем. Так что я так думаю, что в данном случае... А я думаю, что это даже не обсуждается, потому что вся эта злоба, которая направлена, она сама себя пожирает. И это, мне кажется, это агония зла, которая сейчас происходит в мире. Это фактически... Мы, может быть, присутствуем на завершении какого-то этапа исторического и будет возрождение, да? Потому что это зло, оно само себя просто уничтожает. Ну, это, я не буду примеры, все это знаю. Хорошо. В общем, только Россия стоит спокойно и гордо, и она, безусловно, спасет весь остальной мир, когда придет время. И для молодых я хотел бы все-таки пояснить, если я правильно понимаю. «Супербизоны» — в общем-то песня о футбольном клубе и о футбольном матче. Нет. Нет? Я же говорю, что я не могу комментировать песни, потому что каждый... А, тогда, может быть, лучше все-таки послушать, да? Потому что у каждого это свои «Супербизоны». И это невозможно. Это на уровне ассоциаций, на уровне, может быть, даже иногда и запахов. На уровне снов какие-то вспышки. Поэтому я ни в коем случае не комментирую песни свои. А они вот есть, и мы их исполняем. Вот хорошо. Да. «Супербизоны». Вадим Юрьевич. Жаркое лето, где 5 копеек монета, и СССР как планета, и втихаря сигарета. Вести допишут, что где-то кино от студии Дефа, ты проскользнешь без билета, и койко Митич Пайло. И снова супербизоны, у виража колесоны. Сосед вернулся из залы, совсем другой.
кружатся пыляризаны. Потом опять гарнизоны. Двойка, гаражи и помойка. Соседка девочка Зойка, в кафе украдена слойка. На жвачку всю из гудрона менял два старых погона и лимонады из сифона. А в тайнике два патрона. И снова супер бизоны. Умираша харизоны. Сосед вернулся из зоны. Зачем рвай на резоны? Какая-то супер бизоны. И щенгачку гаматроны. Ложатся в пыль аризоны. Потом опять гарнизоны. Закончилось лето, где СССР как планета. Взлетает наша ракета в предновогоднее небо. Пришел уставший отец, сказал: сынок, молодец. Отсыска под конец. Подрался с Буффало Сейбрс. И снова супер бизоны. Умираша харизоны. Брата вернулся из зоны. Совсем рубай на резоны. Как эти супер бизоны. И щенгачку габабралы. Ложатся в пыль аризоны. Потом опять гарнизоны. Круто. Да, дорогие друзья, если спасибо. Вы хотите получить такой же драйв, как получили мы, приходите сегодня в Айсберг. Это будет в 18 часов. И замечательный концерт разных людей не оставит вас равнодушным. Напоминаю, что это артильный бит из белгородской студии «Бит». И вы знаете, в общем, очень, мне кажется, повезло вот вам, дорогие наши зрители, потому что сегодня вы видите прям десант питерского рока. Ну, мы договорились, что, ну, ребят, сегодня вечером концерт, поэтому слишком долго мы не будем затягивать и наш стрим, и он практически уже подходит к концу, но хотел бы просто напомнить, что вы, как бы, видите, не просто сопровождающий Александра Чернецкого состав, а, скажем, Вадим Курылев, гитара, бэк-вокал,
Он играл в ДДТ, у него свой замечательный проект «Электропартизаны», и я так думаю, что тоже электрические партизаны тоже приедут в Белгород, и мы их, сможем увидеть. Вот так. Следите за рекламой. Да, следите за рекламой. Павел Борисов, бас-гитара, также экс-ДДТ и масса проектов. Ну, поскольку я так понимаю, что когда-нибудь мы его и в других проектах увидим, и я надеюсь, что вот Александр Оников, наш продюсер, какой-нибудь из этих проектов притащит в Белгород. Точно так же, как и Михаил Нефедов, который отметился за кухней, за ударной установкой в Алисе и играет в самых разнообразных стилях. И тоже у него около 10 проектов, как он мне сказал. Ну и, наконец, Игорь Ойстрах, губная гармошка. Это один из немногих российских харперов. Ну, один из немногих и единственный. Вот. Как он мне сказал, он не очень любит харперские тусовки и очень избирательно подходит к музыкантам, в проектах которых он участвует. Так что это вот получается такой комплимент в сторону разных людей. Группа «Разные люди». А я от лица группы «Разные люди» хочу поблагодарить «Артельный бит» и саму компанию «Артель», Саню Оникова и вас, ребята, за то, что вы такие молодцы и вот так делаете круто. И эти эфиры ваши уже становятся очень, очень популярны. По крайней мере, как говорится, в Южных Штатах Российской Федерации, да. И Белгород является столицей рок-н-ролльной Южных, так сказать, Штатов. Вот, поэтому дай вам Бог держаться. Вы на самом крайнем рубеже, вы в авангарде, и вы молодцы. И силы, и всегда, я всем музыкантам рассказываю, если вы собираетесь в Белгород, это круто, вот. Ну, а я от себя добавлю, что я очень люблю людей, которые что-то умеют путево делать. Вот мне все равно, там человек вырезает, там, выжигает по дереву, или песни поет, или стихи пишет и так далее. И вот сегодня мне повезло с такими людьми встретиться, которые умеют играть, которые любят играть, которые энергетику несут хорошую. И вот когда с такими людьми пообщаешься, то хочется жить. Получка, ну, по-моему, ты сам играешь и поешь, поэтому здесь тоже это наше совместное рок-н-ролльное братство, оно никуда не девается. Спасибо тебе за отдельное, за то, что ты сегодня нас представил белгородцам. Дорогие друзья, завершаем, завершаем нашу программу, и всем нам хочется жить. Хочется жить. Извините за прозу. Хочется жить. Выпить водки с морозу. Хочется жить. И это не поза, просто хочется жить. Пока не поздно, разбивай альтины ледоколом по судьбе, с последним патроном на безымянной высоте, с новой надеждой, так иди же ко мне скорей. Хочется жить и никаких гвоздей. Хочется жить, чувствовать, как пахнет дождь. Хочется жить, как вырастает дочь. Хочется жить, быть с тобой налегке, просто хочется.
реки, разбивая льдины ледоколом по судьбе. С последним патроном на безымянной высоте, с новой надеждой, так иди же ко мне скорей. Хочется жить и никаких гвоздей. С тобой в одной постели. Хочется жить, быть мужчиной не на словах, а на деле. Хочется жить. Слава Богу, все давно решено, просто хочется жить. Я уже далеко, разбиваю льдины ледоколом по судьбе. Выживаю на безымянной высоте, с новым рассветом выхожу из комы. Хочется жить, я уже дома. По-моему, чуденько.